Где-то в час, в первой године ночи ко мне зателефонував мой охоронець и сказал о том, что нанесены авиаудары. Кстати, тут люди мешкали. Вот на том поверху мешкал рабочий. Вот кажут, что он выжил чудом. Вот пострадало три людини. Вот он мешкал, он третий поверх, это кабинет директора. Будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории.